Воспитанники Чувашской школы спортивной гимнастики выступили на Всероссийском фестивале «Аэросочи-2018». Это крупнейшее мероприятие прошло уже в третий раз. В соревновании приняли участие более 400 спортсменов из 4 стран мира – России, Эстонии, Азербайджана и ДНР. Чувашию представляли подопечные заслуженного тренера республики Оксаны Дьячук. К выступлению ребята готовились основательно. Эту программу отрабатывали 2 недели. За 2 недели начали. Больше всего мы старались над поддержкой. Долго не получалось. Наш тренер тоже нам помогал всегда. Говорят, что у аэробики женское лицо, но это не значит, что в этом виде спорта только девочки. Мальчики ничуть не хуже могут садиться в шпагат или исполнять угол на 360 градусов. Упражнения у всех одинаковые. Могут делать и мальчики, и девочки одни и те же упражнения. Костюмы мальчиков и у девочек немного разные. Они отличаются тем, что у мальчиков нет страз, камней и... Девочкам купальник сшить немного проще, потому что если под камень что-то не получилось, то все это можно обыграть камнями. А у мальчика сразу все идеально должно быть. Наши спортсмены вернулись в Чувашию с медалями, причем вовсе не из-за красивых костюмов. Артем Алексеев стал лучшим в номинации «Индивидуальные выступления среди мужчин». Еще одно золото он взял в паре с Ксенией Илюхиной. Дарья Кокшина, Анна Такманова и Карина Григорьева завоевали серебро в номинации «Трио». Еще одну награду, бронзу в женском индивидуальном выступлении, в копилку команды принесла Дарья Кокшина. Самое сложное, это, скорее всего, было трио и соло, потому что были достаточно сильные конкуренты, и немало их было. Родители говорят, что если тяжело, надо стараться, и будет все намного легче. Юлия Важенина, Мальвина Петрова, Бахтияр Велиев, Республика.